Всем привет, друзья! Эта программа вообще создавалась для сайта businessaesthetics.com. Программа на пресс 3.0 уровень бог. На сайте эта программа тоже, конечно же, будет, но она будет с питанием, со списком упражнений и так далее. И там, кстати, тоже есть программа на пресс 1.0 и 2.0, это уровни сложности. Так как эту программу далеко не каждый пройдет, ссылочка в описании, можете попробовать начать с 1.0. А сейчас, внимание, если этот выпуск набирает за сутки 5000 лайков, то завтра, уже завтра, выходит следующая тренировка. А эти тренировки будут каждый день новые. То есть всю неделю я буду из этой программы выставлять новые и новые тренировки, разнообразные. Поэтому обязательно прямо сейчас влепи лайк, напиши комментарий, и мы начинаем. Твоя основная задача — успевать за мной. Не забывай, что при усилии ты делаешь выдох, правильное дыхание крайне важно. Делаем 20 повторений, темп средний, ближе к быстрому. Обязательно округляем спину, на пол не ложимся, держим пресс постоянно в напряжении. Обязательно посмотри, как делаю это я, особенно если ты не знаешь технику выполнения. Работаем в частичной амплитуде. Следующее упражнение — это скручивание плюс 2 килограмма, тоже 20 повторений. Приготовиться, поехали. Обязательно продолжаем держать спину округленной. Вы должны выглядеть как сутулая собака. Именно таким образом мы уберем лишнюю нагрузку с поясницы. Особенно когда вы делаете с дополнительными весами, это крайне важно. А также именно с такой техникой включается пресс намного сильнее, чем когда вы делаете с прямым телом. Поэтому не пренебрегайте техникой. Следующее упражнение — скручивание плюс 5 килограмм. Тоже 20 повторений. Приготовиться. Поехали. Когда вы держите дополнительный груз за шеей, становится намного сложнее. Поэтому, если вам очень сложно выполнять упражнение, держите груз перед собой. Хотя, если вам уже сейчас сложно, то я вообще не понимаю, зачем вы покушаетесь на программу уровня бог. Дальше будет еще сложнее. Если вы не успеваете за мной сделать определенное нужное количество повторений, то просто продолжайте делать другие упражнения вместе со мной. Со временем ваша выносливость вырастет, и вы будете делать это абсолютно легко. Следующее упражнение — это скручивание со своим весом 20 повторений. Да-да, снова. Приготовиться. Поехали. Наша основная задача — сделать не просто сочные кубики, чтобы все девочки писались при виде нашего пресса, ну а также снизить уровень жира в нашем теле. Поэтому работаем до того момента, пока мы не будем ощущать себя как в бане. Не сдаемся ни при каких условиях, даже если нам сложно. Усталость только в нашей голове. Любые барьеры преодолимы. Работаем на максимум. А вот уже скоро будет отдых 15 секунд. Закончить упражнение. Отдыхаем. Следующее упражнение — махи ногами в положении лежа. 30 секунд. Приготовиться. Поехали. В этом упражнении наши ноги должны быть постоянно на весу. Делаем движение ногами, как будто бежим по воздуху. Осталось совсем немного, а следующее упражнение — это ножницы в положении лежа. Тоже 30 секунд. Приготовиться. Поехали. Это упражнение названо ножницы, потому что движения ног напоминают движение лезвий ножниц. Делайте в темпе, в котором вам удобно. Если сильно устали, то можете делать помедленнее. Не забываем про дыхание, равномерное дыхание. Вдох, выдох. Не задерживайте дыхание, это ни к чему. Следующее упражнение будет альпинист. 60 секунд. Приготовиться. Поехали. Это упражнение тоже делайте в темпе в зависимости от вашей усталости. Если сильно устали, то можете делать медленно. Соответственно, чем быстрее вы делаете, тем сложнее. Осталось 40 секунд.
осталось 20 секунд. Следующее упражнение – планка. 1 минута. Приготовиться. Поехали. В планке держим тело ровно, не прогибаемся и не делаем тело домиком. Напрягаем все тело, не только пресс. Ноги, руки, спина, все тело должно быть напряжено. Именно тогда вы получите максимальный эффект. Если вас начало трясти, не переживайте, это абсолютная норма. Стоим и терпим. Ну а скоро опять долгожданный отдых, 15 секунд. Закончить упражнение, отдыхаем. Следующее упражнение – это скручивание со своим весом 20 повторений. Приготовиться? Поехали! Конечно же, не забываем про дыхание и про технику. Следующее упражнение – скручивание с весом плюс 2 килограмма 20 повторений. Приготовиться? Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Резко плюс 5 килограмм, поехали. Тоже 20 повторений, не останавливаемся. Сейчас план такой, значит, когда я скажу «отдыхаем», мы отдыхаем 10 секунд. После отдыха сразу же делаем 40 повторений скручиваний, и на этом все. Итак, отдыхаем. Приготовиться к следующему упражнению – скручивание со своим весом 40 повторений. Поехали! Закончили тренировку. Ты красавчик, боец. Увидимся завтра.